Дмитрий Патрушев в новом качестве вице-премьера, курирующего АПК и охрану природных ресурсов, провел в Хабаровске. Накануне расширенное совещание одной из самых болезненных для дальневосточных регионов проблем – лесные пожары и паводки. Констатировалась очевидная обстановка с лесными пожарами весьма напряженная. В последние пару месяцев ощутимые проблемы были в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Затем полыхали Забайкалье и Бурятия. Губернатор Забайкалья Осипов заявил, мол, ситуация нормализована, что не стыкует с информацией авиалесоохраны об активных работах по тушению пожаров. Об этом же заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников. В антилидерах у нас Забайкалье и Еврейская автономная область регионы полностью провалили работу и не справились с прохождением весеннего лесопожарного сезона. Испытания огнем, между тем, еще впереди. Патрушев обратил внимание на то, что в третьей декаде июня-июля в связи с сухой жаркой погодой ожидается ухудшение пожароопасной обстановки в ДФО. В зоне риска северные районы Хабаровского края, Якутия и опять Забайкалье.